Мы с паломниками находимся в Богородицкой Плащанской мужской пустыне. Она расположена в живописном месте на вершине горы над Плащанским озером, давшим название и самой этой обители. Главная святыня монастыря – это чудотворная казанская икона Божией Матери. Мы на территории этой пустыни. Какая здесь красота, какие здесь деревья, какие кустарники. Но жалко то, что настоятели этого монастыря не знают названия. И хотелось бы нам, блогерам, чтобы вы нам помогли распознать кустарник, хотя бы название. Что это за растение? И мои блогеры, помогите распознать, что за вот этот кустарник такой красивый, как пушок. Сейчас подойду ближе. Смотрите, как вот он, как пушочек. Такой дотрагиваюсь, нежный. Такой. Даже настоящие монастыря не знают названия экзотических этих кустиков и деревьев. Они приведены, наверное, давно. Смотрите, какая экзотика. Вы видели такое растение? Вот нет, что это за растение? Что? Как? Это что? Я не знаю. Вот. Как земляная груша. Да нет, оно на земляную грушу не похоже. Что это? Вот что за растение такое? Я первый раз такое вижу. Вот это экзотика для меня. Красота какая. Скажите, что за растение? Для меня новинки. Вот она. Что за растение? Такое дерево красивое. Что? Да нет, они. Сейчас посмотрим, как что там находится внутри. Вот они. Нет, вот они. О, видите. Ну, можно здесь вон сколько, целый отряд. Посмотреть, что это такое. Орешков. Не знаю, что это такое. Знаю, что это такое. Съедобные они, несъедобные. Огромные. Здесь 4. Пустые, да. Здесь 2, 3. Они как лопаются все равно. Вот такое вот растение. Что это такое? Вот это за дерево, что похоже на лист такой, непонятно, что тоже за дерево интересное. Красивое, но непонятно. Похоже и на вяз, на наш что-то раскидистое такое дерево. Красиво. А это что тоже за дерево интересное, раскидистое такое. Прям красота. Вот он ближе. Ну, не помню. Оно уже отцветает. Оно не как сирень, но я вот знала, забыла. Тоже выпускает такие, как бы вот эти, вот не то фасолины. Вот они идут. Красивый тоже куст, он там молоденький. Очень много. Вот что за дерево? Вот такой цвет. Цветет. Такой кустарник. Цветет. Необычные растения, такие кустарники, цветы. Вишни. Ну это да. Но она калина, но она интересная. Вот такая. Может и не калина. Кустом прям растет.
такие деревья, что мы даже и не знаем. Прямо такие огромные. Помощь нужна Ютубу. Нам помощь обязательно распознать, что это за такие деревья. Турка. Вот такой дерен у меня на даче. Это дерен, да, белый называется. Он какой огромный куст. Да, у меня тоже он разрастается. Дерен. Вот какой тоже красивый куст. Ой. Да. Вот он. Такие, похоже, как будто бы орех. Вот такое высокое дерево. Вот эти линии там тоже.